Здравствуйте, представляем котел варочный на 1,5 тонны, масляный. Значит, это кран ДУ-100 выгрузка, это ДУ-50 на насос баттерфляй. Это терморегулятор, защита от перегрева. Котел мощностью получается 6 блоков по 7 кВт, 42 кВт. Это пульт управления. Значит, здесь у нас стоит краник нижний, уровень масла это средний краник, это расширительная воронка и заливочная. Масло. Значит, включаем крышку, она состоит, значит, получается, из разбирается на две половинки, мешалка на молочной гайке и с люком обслуживания. Значит, там труба с желобком для полного слива, мешалка с фурпластовыми скребками снизу и с боков. То есть включаем сетевую кнопку. Сеть и подложное включение тенов. Каждый блок, значит, получается сетевая кнопка. Включаем, если масло будет выставлено в пределах 180, если будет перегрев, загорится красная лампочка. То есть контролируем нагрев здесь. То есть здесь щелкивается, здесь загорается. То есть это перегрев, если будет перегрев масла, отключится, то есть защита от перегрева. И по температуре задаем параметры продукта и параметры рубашки, выставляем в пределах 180-190 градусов. Ну и сырье какое надо, задаем параметры. Доходит до верхнего предела, загорается желтая лампочка, котел отключается в инерции, потом опять как бы выключается. То есть включаем каждый блок по 7 кВт. То есть 7 кВт, 7 кВт и 7 кВт. И тут предусмотрен таймер. То есть таймер сейчас в пределах 10 секунд. Это кнопка на насос для выгрузки, то есть насос будет включаться и выкачивать через нижний кран. Тут кран будет закрыт. Таймер сработал. Проверим мешалку. Мешалка работает у нас слева-вправо, регулируется резистором. То есть открыли крышку и резистором либо быстрее, либо медленнее добавили. Ну и переключили в другую сторону. Это другую сторону реверс. Мешалка. Все, котел готов к работе.